Я приехала на станцию, жду Чирин, и потом мы с ней пойдем в аэропорт. Я, как всегда, умудрилась заблудиться на прошлой станции, потому что она была слишком большая. Проходим селф-регистрацию. Сейчас тут нужно будет ввести дату рождения, гражданство и выбрать пол. Это билет? Мы уже встретились с Чирин, мы прошли регистрацию, и сейчас я сдала свой багаж. Я, кстати, не помню, показывала я на видео наши багажи, разницу багажов. Ладно, тогда потом покажу. И сейчас мы пойдем покушаем, потому что мы голодные. А когда приедем, будет уже поздно, и, скорее всего, ничего не будет работать. Да ладно! Вот такой здесь большой. Хотя не такой большой, конечно, но все равно. Такой большой, красивый аэропорт. Мы нашли ресторанчик, выбрали вьетнамскую кухню, потому что я ее еще не пробовала. Вот, и сейчас ждем наш заказ. Нам дали вот такую штучку, которая должна, видимо, позвонить, когда заказ будет готов, или загореться, я не знаю. Мы забрали наш заказ. Здесь суп и рис со свининой и с яйцом. А это бульон какой-то, да? Просто. Да, то же самое бульон. А, то же самое? Мы покушали, нашли свой гейт, и сейчас ждем, нам еще где-то полчаса, около получаса ждать посадку. Вот, сейчас будем загружать истории в Инстаграм и просто болтать. Да, наелись. Супер. О, да, я прям объелась, я прям не могу, еле хожу. У меня есть миндаль, говори. Нет, он в меня не влезет. Вот так вот здесь. Там самолеты, вот на Чеджу самолеты летят, вон вылетают. И наш где-то здесь, наверное, стоит. У нас Air Busan. Мы решили прийти поближе и посмотреть на наш самолет. И вообще на другие самолеты. Уже стемнело, поэтому плохо видно, но все равно красиво. Я так скучала по этой атмосфере. Атмосфере полетов. Мне так этого не хватало, и наконец-то, спустя год, я куда-то лечу снова. Мы зашли в самолет. Я так рада. Мы сейчас уже полетим, посмотрите здесь. Там другие самолеты, такое окошко маленькое. Наконец-то мы летим в Пусан. Это самое. Правда. Как тебе стюардессы и чарлиски? Такие милые. Они, ну, в принципе, не знаю, они все, наверное, такие. Они так много улыбаются всегда. Да. Вот. Но русские, по-моему, тоже постоянно улыбаются. Но это их работа. Им нужно так делать. Я, кстати, тоже хотела раньше стать стюардессой. Так интересно. Вот. Летать по разным странам. Но это уставшая профессия. Да. Мы приехали. Сейчас пойдем забирать мой чемодан.
мы уже в Пусане, ну почти, да, в Пусане мы в аэропорту, и сейчас будем брать такси и поедем в Пусан. Нам ехать, кстати, 40 минут с чем-то, очень далеко. Оказывается, в Пусане нет аэропорта, да? А я думала, что есть. Ну, оказывается, нет. Это Кимпо. А, Кимэ, Кимэ. Да. Пойдем искать такси. Будем вызывать, да? Да. Ну, давай лучше вызовем. А то будет опять дороже, так как в России обычно. Возле аэропортов такси в несколько раз дороже, чем если вызывать. Так здесь выглядит аэропорт. Тоже, по-моему, какой-то такой небольшой. Я подсажу ей на пад. Ты сам сарабию? Новый Чего? Пусан에서 제일 비싼 아파트 박수. 왼쪽에, 아 오른쪽에 좌측에 세 개짜리. 오른쪽에 제일 비싼 아파트. 보여요? 세 개짜리. 아 네 보여요. 지금 왔다 갔다 하는 거 제 아파트. 저게 LCT. LCT. 예. 나도 LCT 싸움을 따라가요. 저게 1등이에요. 지금 뭐 부산에서 짱 먹고 있어 지금. 얼마인데요? 평당 잘 모르겠어요. 조금 있으면 기둥걸 제가 다 치워드릴게요. 아, 그렇시오? Мне кажется, здесь красивее, чем все. Я тоже так. 서울보다 예뻐요, 진짜. 아, 뭐 서울촌이지 뭐. 서울 비교를 할 수가 없어. 비교를 못 해요, 서울. 뭐지, 여기 진짜 예쁘다. 한강? 그 강이잖아. 바다잖아. 한강을 리버. 이거는 시. 리카, 내 딸이까. 아, 또 뭐래? 강이야, 리버. 뭐라고 그게? Ну что, мы приехали в отель, зашли. Сейчас давайте сразу рум-тур проведем. Вот такой, кстати, небольшой прям вообще отель наш. Значит, здесь у нас... Это что такое? А, сонденден. Как-то все темно. А, фонарик? Да. Фонарик. Это... Ой. Это не море. А где море? А почему не море? Нет моря. А почему? Не знаю. Может быть, надо с ними поговорить? Давай спросим. Это море? Нет, давай спросим. Давай. Подожди, может быть, там море? Там море, наверное. Вон море. Где? Вон там. Видишь волны? А, из-за того, что тебе не видно? Да, да. Вот такой вот у нас, в общем, отель. Здесь у нас столик. С видом на море. Правда, сейчас темно, но это уже завтра покажу. Значит, стулья, кровать большая, двухспальная. Здесь вода такая маленькая, надо будет купить, потому что мы запаслись чаем, будем пить чай. Здесь кружки, две, еще один стакан. Тут даже, кстати, это чай какой-то тут есть. Вот, телефон, телевизор. Я. Черин. Две вешалки. Небольшой вообще, кстати. Вот здесь ванная. Зато, кстати, ванная. Понимаете, ванная в отеле, представляете? Для Кореи это редкость. Обычно просто душ. Туалет. И все. Вот такая вот небольшая ванна. Мы сейчас, не знаю, даже переоденемся, может быть, это. И пойдем прогуляемся по району, посмотрим, что здесь есть. Людей, кстати, очень много прям я увидела. Мы переоделись, и сейчас пойдем погуляем по району, купим воды, чтобы попить чай, и вообще посмотрим, что здесь и как. Здесь картина такая висит. Почему-то этот отель мне Россию напоминает, я не знаю. Мы вышли на улицу, и здесь такая улица, мы заметили, что она похожа на Хонды в Сеуле. Здесь очень много молодежи, очень много туристов и очень много иностранцев. Мы прогулялись и пофоткались. У нас очень классные фотки получились. Потом дома, не дома, в отеле покажем. И сейчас мы идем искать море. Нашли море. Это странно. Да.
Я буду вести. Какие волны большие. О май гад. Спасатели, что ли? Касатель. Спасатели? Наконец-то мы дошли домой. Да. Очень счастливо. Тут так много людей сидят даже сейчас, в такое время. Вау. Мы пытаемся отряхнуть обувь от песка. И вообще у меня мокрые штаны, мокрая обувь, много песка. И я не знаю сейчас, как мы пойдем в отель. Посмотрите, как здесь круто, как я обожаю эту атмосферу, как я скучала по этому. Ну что, у нас наступил уже следующий день, мы проснулись, собрались, сейчас пойдем завтракать, и вы посмотрите просто, какой у нас тут шикарный вид на море. Мы едем в магазин, едем на лифте в магазин. Мы хотим купить сэндвич или что-нибудь такое и перекусить с утра, позавтракать сэндвичем. Мы купили сэндвич один на двоих. И вот что здесь интересного продается в магазине. Здесь рамены. Сейчас будем разогревать. Разогреешь? А там занято. В общем, мы купили сэндвич такой и такой коврик, постилку для пляжа, потому что у нас нет. Но сказали то, что она последнего раза испортится, скорее всего, и все. Но она стоит, она, кстати, дорого. Сколько? 4,5, по-моему, тысячи, да? Кажется, не помню. По-моему, 4,5 тысячи. Да. Это в рублях, я даже не знаю сколько. Мы переоделись, и сейчас мы оденем сверху еще одежду и пойдем уже на пляж. Вообще, наконец-то просто, как мы долго этого ждали. Да, наконец-то. Все, мы уже вышли. Наконец-то мы вышли на море. Там, правда, людей почти нет, но если есть, то, скорее всего, русские. Корейцы не любят купаться. Мы уже нанырялись, накупались, нас накрыло волной очень сильно. Здесь такие большие волны сегодня. И сейчас мы сидим, отдыхаем и думаем, куда нам сегодня пойти, в какое-нибудь интересное место. Мне кажется, мы уже знаем, куда мы пойдем, но пока что для вас это секрет. Сирина взяла себе круг, кстати. Я накупалась с кругом, хотя здесь очень мелко, вы можете посмотреть. Люди заходят, и не доходя до буйков, там где-то... Ну, возле буйков уже, наверное, где-то по шею будет, а вот где-то за несколько метров до них там прям по пояс, по колено, там очень мелко.